Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян. Мы сегодня уезжаем с этого прекраснейшего места, едем в другое, будем искать новые интересные места. Путешествие по Турции продолжается. Наша задача с утра сейчас упаковать машину, все сложить в бокс, что-то в багажник. Собственно, все как обычно. Наташа сегодня готовит всем завтрак. И отправляемся в путь. Ну а вы, в свою очередь, ставьте лайки, пишите комментарии. Если не подписались на канал, обязательно это сделайте. У нас очень-очень интересно. И, конечно же, посмотрите предыдущие видеоролики. Погнали! Но перед тем, как мы отправимся с вами в новый видеоролик, я хочу вас познакомить со своими друзьями из Московской области. Это мебельное производство, которое называется «Ковчег». Это мебель. Ребята делают классную мебель на заказ по индивидуальным размерам, по индивидуальным проектам. Гостиные, кухни, прихожие, детские комнаты, мебель, ванную комнату. В своем производстве они используют очень качественную фурнитуру и комплектующие очень крутых брендов. Например, ДСП фирмы Edge. МДФ под покраску используют также фирмы Edge, может быть матовый, а может быть глянцевый. Фурнитуру используют таких производителей, как Grass, Bloom и Hettich. Этапы работ следующие. Вы вызываете замерщика, он приезжает к вам домой, либо в квартиру, замеряет. Далее происходит составление дизайн-проекта, подписание договора и далее уже процесс изготовления. Ну а затем вам доставляют либо в дом, либо в квартиру вашу мебель. И последний этап уже монтаж. Срок изготовления зависит от материалов, которые выбираете. Это от 2 недель до 1,5 месяцев. Ребята работают по Москве и Московской области. Но у ребят также есть возможность изготовить и отправить ваш регион, если вы находитесь не в Москве и Московской области. Ну а теперь самое интересное. Во-первых, в описании под этим видеороликом вы найдете все их контакты, как их найти и как к ним обратиться. Сейчас у них проходит акция, они делают скидку 5% на любой заказ. Если вы скажете, что вы от нашего канала «Семья на чемоданах», то вам дополнительно сделают еще скидку в 5%. А еще до 31 декабря 2022 года вам сделают бесплатную доставку, бесплатный замер, бесплатный дизайн-проект. Не упускайте такую возможность. Все ссылки там, переходите, говорите, что от нас, и заказывайте себе классную мебель от классных проверенных ребят. Ну вот, мы и собрались. Забыл вам показать завтрак, потому что что-то мы все в попыхах. У нас утром есть две задачи. Первая – это заехать купить новый стол, новые стулья, потому что наш пришел в полную негодность. Вчера один стул вообще лопнул, а здесь на столе появились вот такие вот дырки. Мы их временно заклеили скотчем, но как бы все, уже надо сказать этому стулу до свидания. А еще нам нужно сейчас заехать сразу купить. Настенький интернет у нее закончился. Еще хотим купить газовый баллон, заехать в Декатлон. Короче, изначально мы поедем в Анталию, а потом поедем ниже. Ну, как бы вернемся. В общем, давайте с нами. Ну, как говорится, последний штрих. Закрываем ворота. Так, тапа чуть-чуть ворота мне не съели. Да, классный кемпинг сделали вообще. Ребята, молодцы. Ну все, пока. Заехали мы, значит, в Декатлон. Сейчас вместе с Артемом идем. Наши все спят в машине. Так, пойдем побыстрее вот так. О, вот он, наш любимый Декатлон. Здесь огромный торговый центр. Прикольно сделанный. Стиль, конечно, у него интересный. Таких я еще не видел. Ну и, собственно, как вы поняли, мы хотим купить стол и стулья. У торговика получается открытая крыша. Я вот не знаю, когда, например, ливень идет, как здесь все в торговом центре. Интересно. Так, а мы идем в Декатлон. Будем брать вот такой стол. Шикарный. 1400 лир стоит. В комплекте у него будут 4 стульчика. Но он такой же, как у нас. Ну, покачественнее, конечно. Сейчас уже сделан. Здесь и ручки такие. Наверное, поинтересней. В общем, новый. И, наверное, возьмем вот таких вот 2 стула. Вместо стола купили семиты и айранчик перекусить. Отправимся в другой Декатлон, потому что Тёмка вон айран расхлестнул свой. Приехали в другой Декатлон. Будем смотреть здесь. Вот, стулья точно есть. Вот мы, в общем, хотим вот такой вот, но он такой получается толстый. Посмотрите, какой вот этот тонкий. Вот как у нас был. И какой-то тонкий. И не понимаю, а в чем
прикол. Либо вот эти идут, походу, без стульев. А, ну да, видите, без стульев. И цена вот у этих столов всего лишь 960 лир. Ну не, нам если брать, надо брать, конечно, комплектом. Ну что, наши дорогие зрители, поздравляйте, мы обновились, купили вот такой вот стол, правда, я не знаю, как его запихивать теперь, у меня вообще-то все было рассчитано, а он прям, конечно, толстый. Ну и вот такие два стула взяли, чтобы удобнее было стримы вести, облокотился, чаечек сюда поставил, либо баночку чего-нибудь, и проводишь стрим. Короче, у меня настолько все рассчитано, что, видите, вот выпирает часть. Получается, из-за вот этого не закрывается багажник. Это теперь либо сидушку всю полностью надо двигать вперед, диван наш, либо как-то его по-другому ставить. Мы, конечно, жестко затупили, потому что мы поехали в Анталию для того, чтобы еще загнать машину на ТО, для того, чтобы обналичить снова деньги. А в итоге заезжаем, короче, в Анталию, и я вижу, что-то слева закрыто, справа закрыто, а потом догоняю, что сегодня воскресенье, представляете? И я такой, ёп, РСТ. И вот у нас получилось только заехать в Декатлон, купить стол, и вот мы сейчас сидим уже минут 15 и не понимаем, что делать. То ли возвращаться обратно в кемпинг, это вот в сторону Кемера, то ли нам все-таки ехать уже дальше туда, в эти Финики, то ли ехать просто покупаться, то ли здесь оставаться, потому что завтра понедельник, нам получается, в любом случае надо приезжать сюда, в Анталию, чтобы сделать все вот эти бытовые дела. Едем по новому туннелю. Он открылся в 2022 году. Идеальное состояние вообще. Ну, сами можете заметить. Красотища. Мы едем в очень красивое место. Называется это место деревня Чиралы. Смотрите, какие там уже слева открываются виды. Это что-то невероятное. Так, сюда нам? Ага. Ой-ой-ой, какие виды. Дальше нас сейчас ждет 7-километровый серпантин. Вот через вот этот вот перевал. Смотрите, какой перепад. Сейчас вот едем в ущелье, почти возле моря уже. 18,5 градусов. Когда начали заезжать сюда, было 28, 10 градусов, буквально 5 минут и разница в 10 градусов. Мы приехали в очень клевое место, вот эта вот деревня, которую я говорил, как называется. Мы завтра уже здесь погуляем, все посмотрим. Хочу сказать одно, что она находится на Ликийской тропе, слева-справа Ликийка. Это тоже очень круто, хочется сходить. Так, Мирошка там расстроился. Мы встали в кемпинг, у нас вот на дереве электричество, под вот такой вот огромнейшей сосной будем стоять. Давайте, наверное, все завтра, сейчас мы очень хотим покушать, сходить, вот, и потом все остальное. Кто-то занял себе очень козырное место, прямо наверху, снизу гамачок, сверху палатка. Вот так висят гамаки. У людей здесь, конечно, в основном все с палаточками, но у них, кстати, есть еще домики такие, типа палаточные дома. Везде есть электричество, это как бы каждое место. Ну, снова, в общем, попугаи. По стоимости 200 лир. Дополнительно у них есть стирка за 100. Здесь розетки, Wi-Fi, освещение. Короче, есть все, как во всех кемпингах. И пляжная линия сразу, что тоже очень круто. Здесь, в общем, налево, направо, ну, так называемая набережная. Всякие различные кафешки, ресторанчики. Вот, собственно, мы и хотим сходить куда-нибудь покушать. Вот шли... Нашли такое заведение, здесь у них прикольно, то есть, ну, видите, английский, турецкий и русский язык, да. Вот, рыбка, например, окунь, форель, 90. Да, не, вообще ценники нормальные здесь, да. Я так сегодня не выспался, меня уже вот так вот выклевывает. Мы вот так вот присели. Типа на полу, знаете, включили здесь уже фонарики. Сейчас закажем. Вот автодома, видишь, едут туда. Бесплатно. Здесь, короче, есть ребята, онлайферы, которые стоят из нашей группы Телеграма. Вот, но мы решили все-таки встать в кемпинг. Так, пацанам принесли гранатовый сок. А нам чаечек.
Двойная порция. Двойная порция, да. В общем, нам принесли вот такую вкусноту. Нам всем с мясом. На стенке с грибами, по-моему, и с курицей, сливочный соус, все дела. Будем кушать и пойдем стелиться. Все, мы поужинали. 360 вышло. Да. 370 дал, как всегда, с бакшишем. Нашли здесь местный магазин. Ну так, выбор хороший, но ценники здесь подороже. В раза полтора-два примерно дороже все. Здесь очень и очень клево. Здесь словно ты оказался в какой-то деревне. Но эта деревня не типа не наша, а деревня, вот как-то мне кто-то сказал, что здесь очень похоже на Бали. Мы на Бали не были. Ну, наверное, это так. Я вот, судя по картинкам, по каким-то видео, примерно да. Видите, кактусики, бамбуки какие-то, еще что-то. Вот такие вот домики в кустах. Это, то есть коттеджи, вот видите, которые сдаются. Где-то кемпинги, где-то еще что-то. И очень-очень атмосферно. Вот, например, бах, растет гранат. Вот, посмотрите, целое дерево. Видите как? Здесь вот есть табличка, запрещено на машинах, палатки, разжигание костров, светить фонарем. Запрещено черепах насильно отпускать в море. Запрещено копать. Вот так вот. А черепахи действительно есть. Мы как-то в выпусках показывали. Я брал такую в руки одну огромную черепаху. Кстати, кто-то спросил, что в итоге с ней съели. Нет, конечно, не съели. Мы ее обратно отпустили. Да, Артем тоже сейчас говорит. Прикольно, говорит, даже в Турции подходит. На самом деле, да, вот второй кемпинг, и нас снова узнали, подошли. И самое, что интересное, узнали люди не по турецким уже выпускам, а по крымским. Они смотрели наши все выпуски из Крыма и хотели ехать в Крым, но в итоге вот они уехали в Турцию. Вот, конечно, вообще очень приятно, ребята из Питера. Небольшая распаковочка. Здесь все, конечно, в нем уложено поинтереснее, нежели когда мы покупали стол в спортмастере. То есть, ну, гораздо-гораздо качественнее. На липучках. Каждый стул тоже упакован. Вот даже, видите, они все закрыли, чтобы типа краска не слезла. О, да, новое всегда приятно и хорошо. Так. Единственное, что в этом столе нету такой сетки, как было, как была у нас на том столе. Да. На нашем столе вот здесь вот еще есть такая сетка, чтобы туда, например, посуду складывать. Мы ее особо не пользовались, а здесь вообще нету. Естественно, здесь у стола тоже два положения. Ножку можно вот вытянуть, видите? Здесь вот есть душевые, но это, видимо, летние. Есть раковины, ну, где можно просто умыться. Посуду помыть, и это, видимо, туалеты. Сейчас посмотрим, это женское, это мужской. А, ну вот, ага. А здесь, видимо, яма сливная, но она какая-то очень маленькая. Как тут засовываться? Вечерненькая вам атмосфера, правда, мало что видно. Ну, вот здесь, например, посветлее. Вот эта вот вершина, видите, там огонечек. Высокая. Тахталык Гаджи называется. Вроде я правильно сказал. На ней вот освещение 2350 метров. Вот здесь вот слева-справа. Вон там. И вот здесь вот. Проходит Ликийская тропа. Сегодня ночью было настолько холодно, что мы сегодня прям промерзли, представляете? И все просто одурели, какой был резкий перепад. И сегодня решил перестраховаться. На нашей шторке, точнее между шторкой и окном, вставил полотенце и, так сказать, утеплил. Надеюсь, это нам поможет, если снова будет такой же дубак. Детвора уже проснулась, мы вот только открыли глаза, и то потому, что Артем кричит: просыпайтесь, смотрите, какой прекрасный вид. Ну, собственно, вы тоже смотрите. Мирон, смотри. Мирон. Мирон. Прекрасный рассвет я вам показал. Мне кажется, это было невероятно. И в какой-то степени лучше заката, потому что здесь закат
Солнышко падает, как правило, в горы, ну, по крайней мере, тут, где мы стоим. А вот рассвет, солнце выходило прямо из моря, и все вот эти оранжевые краски, это было невероятно. Мы с мальчишками сходили утром в магазин, купили хлеб, молоко и яйца 11 штук. Вышло на 65 лир. Здесь магазин гораздо подороже цены. Готовим завтрак. Мальчишкам все готово. Так, парни, давайте играйте карты. Макательный, как вы любите. Да. Вторую порцию. Держи. Мирошки. Чикс. Опа, я всегда стульчик с собой возим вот этот вот. Очень удобный. Это, кстати, не икеевский. Икеевский очень тяжелый стул, а вот этот он очень легкий. Нам в ВБшке брали. Сегодня у Тёмки вот такая школа. Первый урок, как говорится, пошел с видом на море под кактусом. Солнышко светит, все классно. Ну какая может быть обычная школа, когда есть такая крутая альтернатива? Тёмик, ну-ка, покажи, как у тебя? Можно отправить в Телеграм или ВКонтакте. Выбирайте. Здорово. Ну, самое интересное, я вот сколько вот мы занимаемся, я вообще не понимаю, как может первоклассник, да и в целом ученик, усвоить за 40 минут урок. Вот сколько ты занимался, получается? Полтора часа. Чуть больше, чем полтора часа, представляете? Только вот сделал, потому что он урок ставил на паузу, дел. За 40 минут вообще не понимаю, как это возможно. Каждый раз убеждаюсь в том, что насколько хорошо, что мы в онлайне, и мы можем уделить время действительно знаниям, правильно, Тём? Да. Отзанимались с Тёмкой, и теперь идем купаться. Слушайте, как прекрасно. Это такая у Тёмки сейчас мини-перемена. Пляж пустой. Смотрите, в эту сторону пляж пустой, и в эту сторону лежаки стоят. Это все кемпинговские, можно пользоваться бесплатно. Так, вон, там уже все купаются, а мы вот припозднились с Тёмкой. Мы, как говорится, кто-то учится, кто-то работает. Вон Родик. Вау, какой цвет воды невероятный. Все классно, тепленько. Так, идем смотреть чистоту воды. Сразу забегаем. Слушайте, она вообще наичистейшая. Слушай, обалдеть. А какие виды, острова. Ух ты. Вот это да. Нереально. Такой воды, по-моему, мы еще не видели. Никогда. Слушайте, вот даже каждый берег в Турции, он по-разному прозрачен. Родик, ну-ка вот делаешь? Ну-ка более с камерой. Лука! Привет! У меня плавание. Невероятная красота. Вот это я понимаю. Вот это водица. Да, сын? Ну вот, наконец-то тебе надули. Конечно, вау. Водичка здесь, пап, такая прекрасная. Мы уже Да? Вот, мальчик вам будет. А какая теплая! А какая теплая! Фух! Ой, какие виды! Хочу добраться вот до вот этого острова. Вот это как бы скала последняя. Она отделена от берега. Фух. Да? Сын. Не надо так далеко плыть. В глубину не плыви. Васька, ну. Ой, какая красота. Тут же сразу глубоко. Самое интересное, я у себя в телеге выкинул в инстаграме фоточку этой воды, и там несколько ребят написали, что да, это самое топовое место и самая чистейшая вода, и необычный цвет в Турции. Вот так вот. Но это действительно необычное место. Очень. Здесь нет таких больших отелей из-за того, что здесь какие-то черепашки размножаются, поэтому здесь нет застройки, и вот все очень напоминает такую балийскую деревушку. Пока мы с мальчишками были на пляже, Настёнка сгоняла в магазин, купила еду и приготовила вкусный обед. Мы сейчас обедаем, Родик с Мирончиком отдыхают, Тёмка занимается, я работаю, Настенька укладывает, а потом мы отправимся в очень крутую локацию. Да.
пока все выспались, ну точнее Настик с Мироном, времени уже к закату. На самом деле солнце даже уже вот за вот эту гору зашло. Вот. Вот эту. Но, это даже к лучшему, потому что на гору, на которую мы сейчас идем, лучше всего отправляться именно в темное время суток. Отправляемся мы на гору, которая называется Химера. Это очень удивительное, фантастическое место, одно из самых лучших в Турции. Не знаю, на самом деле, много ли его посещают, но оно точно топ. Но вы только представьте, что из дырок в скале круглосуточно, ежегодно, каждодневно, каждонедельно бьет огонь. Это невероятно. Никогда в жизни такого не видели, и сегодня вместе с вами увидим это в первый раз. Никогда не затухает. То есть, знаете, как получается, из одной дыры в скале оно затухает, и с другой зажигается. И таких, как я понял, много-много дыр. Надеюсь, у нас получится добраться. Мы идем вообще с коляской, заодно протестируем это место на проходимость с коляской и с маленькими детьми. Ну и чуть позже сами все увидите. Вот растут лимоны. Гранаты. Вон такие красные. Да. Надо детям сразу. Вечерняя атмосфера. Вот видите, смотрите. Везде гранатики. Вот такие вот огромные кактусы. Реально огромные. Слева, справа. Кафешечки. Какие-то вот уже закрыты. Какие-то еще работают. Мне кажется, уже конец сезона все-таки. Да. Очень атмосферно. Прям не перестаю говорить, что это очень топовая локация. Прям классная. Вот еще кафешечки. Короче, все такие постройки одноэтажные. Типа, знаете, деревянный дом со своим участком. Кто-то сдает под кемпинг, кто-то делает кафе. Ну, собственно, у всех по-разному. И проходы на пляж. Кемпинг, где мы стоим, он не самый вау лучший, но он стоит прямо на пляжной линии, мы прямо на пляже, можно сказать, стоим. И там очень хороший Wi-Fi. Ну и в принципе все есть. Единственное, что нету, это подводки к автодому, ну водяной. Но нам как бы это и не надо. А вот здесь как раз парковка такая, где ребята стоят бесплатно. Вот сегодня с дрона, да, с вами видели эту парковочку? Вот, они вот так вот здесь все тусуются. Но здесь чисто такой дикий, это просто такое футбольное поле. Как я понял, здесь вот прям реально вот идем вдоль дороги, и вот в каждом частном доме сделана территория под палатки. Прикольно. Это, видимо, я связываю с тем, то, что здесь проходит Ликийская тропа, и это как перевалочная база с очень красивым местом, с очень крутыми достопримечательностями, на которую, одну из которых мы сейчас как раз и идем. Помимо нее здесь еще полно всего, что очень хочется посмотреть и где хочется полазить. Идем, я просто не могу. Вы посмотрите просто, насколько здесь потрясающая природа. Вы только посмотрите на вот эти вот деревья. Что это за дерево такое? Посмотрите, какое красивое. Вот люди возле него останавливаются, фотографируются. Там даже есть такой фотостул. Сейчас, наверное, подойдем их поближе туда. Потрясающая красота. Невероятно. Высоченные горы. Они высоченные. Камера просто не передаст эту высоту и вот эту высоту вот этих деревьев. Просто кайф. В общем, эти деревья, это тоже какие-то сосны, видимо, какая-то разновидность, что ли, сосны. Да, Тём? Покажи еще, смотри, вот вечный огонь. Вот, кстати, Тёмка где-то нашел. Вот. Это я вообще вот нашел, а не Тёмка. Да? Ну, хорошо. Это Роджи нашел. Вот так это выглядит. Сейчас посмотрим со своими глазами. Вот, собственно, на самом деле мы уже двигаемся по Ликийской тропе. Здесь есть вот такие указатели. Ну, во-первых, вот эти маркировки. Типа защита, да, что это национальные какие-то тропы мировые и указатели. Текирова 19 километров, Чирали 3 километра, это, собственно, где мы стоим. Янартас 2 километров, да, и вот снова 19 километров куда-то туда маршрут уходит, представляете? Ну так, вот здесь еще есть несколько машин. Стоят, кстати, везде есть указатель, вот такой вот Алон 177 номер, ну это типа звонить в случае
пожара. И вот указатель на дереве, цифра 1. Это вот, видимо, какая-то тропа туда и начинается. Прям через хребет. Да, и кстати, вот я сейчас карту посмотрел. Вот как раз через вот этот хребет и проходит Ликийская тропа. Вот нужно идти туда. Тя. Да, небо там, сынок. Да, да, сынок. Да, путешественник маленький, молодец. А еще посмотрите, какие здесь растут красивые цветы. Какого-то розового цвета. Плитки красивые. Вот тут ребята. Забыл, короче, мы что-то так заобщались, забыл, в общем, включить камеру, тоже, оказывается, смотрят нас, мы уже мимо проходим, говорит, здравствуйте, товарищи блогеры, мы такие, опа, ничего себе, ну ладно, в общем, если вы смотрите этот выпуск, вам огромный привет. Днем, конечно, своя атмосфера, но туда лучше идти в любом случае вечером, сейчас я приближу, смотрите, видите, видно огонь, не так, конечно, разборчиво, но тем не менее, ладно, пойдемте. Пока даже улица подсвечивается, мы уже подходим к подножью горы, и я так понял, что там светится не просто один какой-то участок, а, видимо, прям тропа, которая вся в огне. Мы вот прям почти подошли уже к подножью этой горы. Там вот стоят машины, я сейчас покажу, как выглядит парковка, когда мы туда дойдем. Вообще сюда можно прям к подножию подъехать на машине и уже просто сделать восхождение. От кемпинга, в котором мы остановились, нам идти пешком что-то примерно где-то 3,5 километра, вот мы топаем, до вершины. Вот парковка, конечно, наверное... Во, Тёмка с фонарем мне поможет, кстати, правильно, Тёмик, молодец. Так, второй фонарь включился. Это вот недавно мы им купили, так, в Декатлоне фонари, теперь они светят, молодчики. Указатели машин прилично. Значит, скорее всего, там будет прям много-много людей. В любом случае, сюда лучше всего приходить вечером, чтобы пламя видеть. Мы зашли на территорию, здесь вход платный, дают вот такие билетики, собственно, которые, как я показывал, ну, типа, как были раньше. Здесь на территории есть кафешки, можно купить водичку. Уже, на самом деле, полная темнота. Надеюсь, мы доберемся сейчас, и будет все нормально. Единственное, что я вообще не понял, сколько стоит проход. Я ему даю 50 лир, он мне дает 2 лиры за дачу и обратно дает 50 лир. Я может, такой, типа... Короче, я ничего не понял. В общем, ладно. Двигаемся вот так вот. В полной темноте. Люди идут навстречу тоже с фонарями. Освещаем только Родиончика, потому что ему на него светит Артем фонарем. Да. Не видно ничего. Просто темный экран, походу, сейчас будет. И огромное количество иностранцев, между прочим. Да, по городу даже непонятно. Видите, сколько фонариков впереди. Тепло, здесь тепло стало, да. Выключили все фонари, и даже на телефонах так будет получше. У пацанов такие дальние. У нас просто ноги подсветить. Ау. Еще покрытие такое, видите, каменистое. Местами камни, вот, например, как вот этот вот скользкий. Ну, короче, я засветил свои тапочки, вы сейчас опять не напишите. Я, как всегда, в тапочках, в общем. Сейчас нам это как сказали, что мы с детьми не поднимемся. Да, ребят, которых мы встретили... Они сказали, что с детьми не вариант. Ну не знаю, смотри, как я свечусь хорошо. Да? Да. Фух. Блин, а всю красоту не покажем дорогу. Да, всю красоту не покажем, поэтому, в принципе, ну почему нет, да, возможно. Но это уже будет в любом случае в следующем видеоролике. Ага. Вот. Что идет? Ага. Вот так хоть что-то подсвечивается, кстати. Вот мы включили все фонари. Давай, Родион. Иди. Фух. Да, порой, кстати, корни торчат. А здесь, вот видите, уже сложнее все началось. Тропа, уже такие ступеньки из камней. Ух ты. Да, прямо. Фу. Вы не торопитесь, это фонари вообще. Не выключайте, Родион. Вы зачем тебе купили фонарь? Ты видят дорогу. Уже вовремя, как фонари купили. Опа. Это вот Артемке спасибо. Он сказал. Давай попокупим. Как раз такой поход не прям.
Да. Самое то. Ух. Мне кажется, вечером здесь вот самый прикол ходить. Да. Днем это вообще Ну потому что сейчас там будет пламя, когда это будет вообще круто, тень. Казалось бы, идти. Вот я говорил, 900 метров. Но это так-то адские 900 метров. Это очень крутой подъем. Причем, знаете, не просто ты как бы идешь, просто подъем. Это ступеньки затяжные, высокие, что нога вон у тебя подкидывается прям до груди. Это сложно, в общем. Вон как Родион вскарабкался на нее. Невероятно. Да уж. Буквально полез, ночью весь народу куча. Да, первый раз в лесу, ночью, да? И столько людей. Да. Нифига себе, короче, у меня еще такая отдыха. Давненько не было у меня такого. Видимо, еще то, что Мирошка со мной. Вот здесь дорога резко пошла такая более-менее. Нам осталось идти примерно 100 метров. Но это реально, говорю, 900 метров в гору. Это что-то нечто. Смотри, сколько фонарей на нас идет. Вообще, как лайфхак, могу сразу смело сказать, что сюда нужно приезжать, пока светло, подниматься, пока светло, смотреть на это все дело, вот стемнело, и спускаться уже в темноте. В принципе, огромное количество людей уже спускается. Так, ну, в общем, началось. Там, ну, чем выше, тем свободнее. Видите, уже горят огни. Ну да. Так, я пока не пойму, что это такое. Но... Ой, здесь прям тепло от огня. Слушайте, прикольно. Мне кажется, чем выше подниматься, тем будет меньше людей. Фу, ну пойдем ли мы туда? Так. Фу, пробираемся. Пробираемся. Ух ты, так, ну и собственно первое место. Родик, не лезь, Родик, откуда огонь горит? Не надо сжечь палку большую, Родик. Зачем ты это делаешь? Мама, откуда огонь горит? Нельзя так делать. Мам! И вон причем из каких-то щелей люди берут с собой сюда маршмеллоу, это правильно. Ничего себе. Вот это да. Просто из щелей из каких-то. Вот смотрите, я нашел более маленький такой участок. Просто люди собрались возле большего такого огня. А я вот нашел такой маленький. Непонятно, откуда бьет. И здесь никогда не тухнет огонь, вы представляете? Можно подниматься еще выше. Их огромное количество. Вот так люди собрались. Видите как? Просто прикол. Природный прикол. Ну и конечно, да, можно подняться выше до следующих костров. Обалдеть. Где еще есть такая красота, как не здесь? Я так понимаю, что больше нигде в мире такого нет. Просто пушка. А здесь прям как будто самый большой огонь. Ну, чтобы спалить, чуть не загорелось. Да. Вот еще одна есть. Атмосфера. Сидим возле. Блефон. Укротитель пейзажа, наказанный богами. Исследователи полагают, что в переводе с греческого имя Белиафонт могло означать значит оружие, копье. Несмотря на то, что мифы не делают акцент на этой особенности,
Герой предания Белиафон вполне оправдывает это значение. Его история наполнена неожиданными событиями. Белиафон помогла сама Афина. Подарила золотую уздечку. Да, красиво. Мы начинаем спуск. Надеюсь, у нас сделать это получится. Вот такой видеоролик получился. Обязательно ставьте лайки, пишите свои комментарии. Если вы были в этом месте, напишите свои эмоции. Нас, конечно, они переполняют. И если честно, мы уже подумываем сюда сходить второй раз. А знаете почему? Хотя бы потому, что сюда приехать днем – это раз. Остаться здесь до темноты. Купить с собой обязательно маршмеллоу, потому что пожарить маршмеллоу, это, конечно, очень круто. Тем более костер-то разводить не надо, он здесь есть. Все, друзья, будем с вами прощаться. Угу. Пока.